Так, это мы начинаем процесс склеивания торцевой доски из ценных пород дерева. Доска будет большая, в этот раз заказ не совсем стандартный. Она будет 50 сантиметров длиной и 40 шириной. 30 шириной, 50 длиной. Вот. Такой узорчик получился, но каждый раз получается по-разному, потому что сложно очень одинаково сделать. То есть каждая доска, она уникальна по-своему. И сейчас вот такой каждый сегментик будет вставать на свое место. Необработанное дерево еще. Так вот смотрится интересно. Разные сорта древесины дают разный цвет. Посветлее это бук, если я не ошибаюсь. Серенький такой дуб. И средний по цвету. Вот это вот. Это ясень. Самый мой любимый. Ну, вот так одно за одной. Каждую напиленную. Как это называется отдельно? Ламель. А, каждую напиленную ламельку можно смазать и поставить на свое место.